Всем привет, с вами канал Криптофлипперы, Санек, здорово. Артем, привет, всех приветствую. Так, ну что, потому как у тебя сегодня не очень хороший интернет, ты будешь в формате картинки Тайлера Дердена выступать, да, поэтому сегодня поговорим о новостях проекта Massive Finance. Да, в котором мы принимаем активное участие. Да, и советуем вам тоже, в принципе, советую. Не упускать возможность, а то мы будем, как другие ютуберы, потом вам говорить задним числом, что вы все могли. Правильно, Артем? Правильно, правильно. Окей, во-первых, что классно, за те 2 месяца, ну вот я посмотрел архив, мы последний раз 2 месяца назад рассказывали о новостях массы, и за эти 2 месяца очень активно фаундер проекта Брэндон Лейфорд, он раздавал интервью, вот там в Форбсе, там Resistance Level of Bitcoin. Короче, видно мой экран же, да, Саша? Да, все отлично. Да, ну, очень активно, маркетинговую активность развел. Потом еще вот на Ютубе кому-то давал интервью. Ну, короче, все по активностям у него очень даже нормально. И, в принципе, на самом деле, конечно, главная новость не в этом. Главная новость в том, что массы запустили Open Beta. Это значит, что сейчас можно уже тестировать первую бета-версию протокола, причем она уже доступна и в Google Play, и в iOS. И, собственно говоря, эта фаза рассчитана на ближайшие 6 месяцев, в течение которых будет активно тестироваться, и масса просит всех вас принять участие в этом тестировании. То есть для этого необходимо сначала прочитать статью в блоге, мы дадим на нее ссылку, в блоге массы, да, как это происходит. То есть вот мы призываем всех фермеров, мы запускаем Open Beta, есть специальный email, если вы обнаружите баги, то присылайте полный репорт. Я уверен, что масса достаточно щедрый проект, он будет раздавать за хорошие репорты, хорошие фидбэки свои токены Corn. И, собственно говоря, здесь пока будете делать репорт, указываете полностью, с какого мобильного или браузера девайса вы производили тестирование, какая операционная система, какие шаги вы осуществляли, при возможности скриншоты и видеозаписи, описание проблемы и так далее и тому подобное. Окей, давайте быстро расскажем, о чем у нас Open Beta масса сейчас. Они внедряют систему Personal Finance Management, которая предоставляет возможность вам подключить свои банковские аккаунты и свои аккаунты из криптобирж для того, чтобы вам начать создавать свою финансовую репутацию. Единственное, что надо отметить, в данный момент функция подключения своих банковских аккаунтов доступна только для резидентов США, Канады, Франции, Нидерландов, Ирландии, Испании. И они работают над тем, чтобы можно было затем резидент for all countries, короче, во всем мире, чтобы можно было подключить. В общем, будущее, оно уже сегодня и сейчас. Также можно подключить свои криптоаккаунты, и здесь у нас доступно, в общем-то, сейчас попробую загрузить, что-то оно, блин, короче. Попробую загрузить, да, App Massive Finance, и с помощью... Ну да, пользователи смогут отслеживать историю транзакций, видеть остаток своего баланса, в принципе, это все будет влиять. Да, это называется data farming, то есть фарминг данных, и взамен на то, что вы, вот смотрите, здесь connect account сможете сделать, оно вам сейчас предложит, мне в данный момент предложит подсоединить аккаунт через вспомогательную платформу Vesgo, которая держит Binance, Kraken, на самом деле там куча криптобирж. И единственное, что могу сказать, пока эта фича не работает. Вот я вчера пробовал, и знаю, многие пользователи Discord масса об этом же писали, что просто сейчас штука эта не работает, и девелоперы массы сказали, мы работаем над тем, чтобы устранить эту ерунду. Так что здесь надо понимать, что не переживайте, если у вас не получится к Binance API подключиться, тому же, как у меня не получилось. Я не знаю, Саша, у тебя, по-моему, тоже не получилось, да? Да, все верно, Артем, пока, в принципе. Ну, на протяжении 6 месяцев как раз будут все устранены баги, благодаря как бы всем отзывам комьюнити, сообщества. Да, самое главное, о чем следует сказать, что дата фарминг, он является услугой за услугу. То есть вы предоставляете свои данные, и протокол
получает возможность обрабатывать их и понимать, каким образом система взаимодействует с API того же Binance, а взамен вы будете зарабатывать так называемые поинты. И вот смотрите, Data Farming Point. Смотрите, количество транзакций по каждому аккаунту. Криптотранзакции – это один поинт за транзакцию, и банковские транзакции – два поинта за транзакцию. Это важно, потому что Data Farming поинты будут redeemable, то есть их можно будет обменять на токены Corn. И это такое вознаграждение. Это нормально, в принципе, когда кто-то использует твои данные, тебе за это дают какое-то вознаграждение. Поэтому, в принципе, следите за application, как только заработает Data Farming, если хотите принять в этом участие и обменять впоследствии эти поинты на токены Corn, то подключайте свои криптокошельки, ну, либо если вы резидент, повторюсь, где там эти страны, США, Канада, Франция, Нидерланды, Ирландия, Испания, подключайте банк-аккаунты и зарабатывайте дата-поинты. Система ваши транзы будет фетчить за последние 2 года. То есть, в принципе, если вы активно там, в банке или в крипте, то можно не слабое количество поинтов заработать. И общий пул токенов Corn на всех тестеров 6 миллионов токенов, что достаточно неплохо. Я думаю, что не такое большое количество людей будет делать дата фарминг, поэтому у вас есть шанс получить по факту бесплатно неплохой пул токенов масса. Ну, в принципе, наверное, у меня все по новостям проекта. Саша, если у тебя есть что-то добавить, давай и как, не знаю что. Да, в принципе, все ты рассказал. Единственное, хочу добавить, что все статьи, все интервью, все есть на переведено на русский, на украинский язык и на другие языки, насколько мне известно, и турецкий у нас, и испанский. То есть амбассадоры в этом направлении работают. Также хотел добавить, что продолжается тестнет. Сейчас будет заканчиваться вторая фаза в конце июля. Впереди еще 2 фазы. На самом деле тестнет не сложный. Имеешь в виду под тестнетом ноду, да? Да. Я имею в виду ноду. В принципе, несложно, и в течение 15 минут можно ноду установить. Амбассадоры всегда помогают в Дискорде, так что вступайте в Дискорд, следите за проектом, чтобы не было потом, как говорят, каждый мог. Да. Ну, окей, что, я думаю, все по новостям проекта масса по состоянию на 26 июля 2022 года. Будем вас продолжать информировать, каким образом все это проходит и как развивается проект, который вполне возможно перевернет в определенном смысле наше представление о том, как централизованные и децентрализованные финансы связаны друг с другом и как сделать on-ramp users, то есть каким образом расширить тот самый mass adoption, которого все ждут для того, чтобы крипта продолжала жить и развиваться. Ну и в принципе на этой позитивной ноте напоминаю, что криптофлиперы не являются финансовыми или инвестиционными советниками, наш подкаст носит учебный и развлекательный характер. У нас есть отличный телеграм-канал Криптофлиперы, телеграм-канал Криптофлиперы Тестнеты, чат Криптофлиперы, ну и отличный блог, собственно, из мира Web 1.0. Блог, все по классике, как должно быть. Поэтому всем спасибо, всем пока. Саша, пока. Артем, пока. Всем пока.